Это мамочка, это абсолютно предсказуемый персонаж. То есть сейчас мамочка, видимо, возьмет мою песню, мамуля, да, добавит к ней дебильный текст и посмеется дебильным смехом и будет думать, что он меня так удел. В общем, отлично, господа. Всем добро пожаловать на реакцию Моисея Великанова. Заходите на стримы, подписывайтесь на рассылку. Давайте питона будем смотреть. Давайте, пожалуйста, попробуй в очередной раз не обосраться. Я в тебя верю. Причем сделаем господин это очень Сапрыкин. Просто и легко. Возьмем, например. Пернатый таракан, ебаные клоуны на всем Ютубе. Таких не сыскать. Тут беда, да, он там что-то подсказывает, типа, в комментах. Ну, как я уже говорил, мне подсказки не нужны. Дорогой Константин, ты не понимаешь главную хуйню. Ты делаешь говно на трех аккордах. Я делаю хиты на трех аккордах. И в этом разница. Так что его дебильнейшая предъява о том, что у меня, типа, простые песни, она неуместна. Потому что есть разница между говном на трех аккордах, и когда я говорю, бля, этот дурак делает говно на трех аккордах, или он делает какую-то срань на трех аккордах, и вот трехаккордное говно. Я говорю говно, а не песни. То есть если бы ты делал песни на трех аккордах или хиты на трех аккордах, это было бы здорово, потому что все хиты и все там почти топовые песни на трех аккордах. Но ты делаешь говно на трех аккордах. Ладно бы у тебя было, например, какое-то говно, ну, со сложными аккордами, говно, которое требует профессионализма, но у тебя именно дебильное говно для дебилов. Ты что, реально настолько тупой, что этого не понимаешь? Я сказал говно, а не песни. У меня хиты на трех аккордах. Ну, как бы, сорян. Ну, давай, пожалуйста, попробуй покочевряжиться дальше. КамАЗ и тот был посмышленнее. Кто, блядь? Был, КамАЗ и тот. А, КамАЗ, господи, блядь. Мне что, уже нельзя потанцевать? Мой новый трек в дворовой гармонии. В нем вкусные аккорды, ре, ля, си, соль. Ну, опять же, кривоухий, блядь, конч не понимает разницу между его говноквинтами кривыми, блядь, сыгранными, и между, ну, просто вот врубить, допустим, минус и перемотать там на куплет. На куплет. Блять, ну, сорян. Уши на жопе у человека или в жопе, очевидно. Поганый звук, угу. Высрал я при сведении. Да, блять, то ли дело твой звук, который у тебя поганый, блять, и в видосах во всех абсолютно, и во всех песнях. Типа, купил гитару за 30 тысяч и, блять, не купил ни играть на ней, ни сводить, нихуя. На мне похуй в своих мечтах. Я король, и в моем клипе сюжета нет, и в те... А, в клипе, оказывается, сюжет должен быть. Ну да, типа у нас эксперт по клипам, который с его собственных слов не снял ни одного клипа, только видеоряд. Малолетний бред, чё сюжета нет. И... А, нет и бред, кстати, отличная рифма, сильно. Сильная рифма, вообще-то сильная может быть. И в тексте малолетний бред. Два фрика поедут по городам. Пернатый таракан. Вот он даже здесь умудрился, типа, блять, просрать эту хуйню. То есть сделать ты-ты-ты-ты-ты-ты и потом допеть. То есть вот он умудрился даже здесь сделать именно... Кстати, не помню. Не мою пиздодельную уже, фишку, а русско-рокерский кал. Что его студийка Бардкор-оперы, на которую, угу, по его словам, потратил до хера денег, звучит хуже, чем твои песни на стримах. Да, и причем там за 4К. Там, типа, у него только гитара и вокал. Вот в чем пиздец. То есть, ладно, у него, допустим, ну, целая студийка может хуево звучать.
Или, типа, ладно, он, ну, не знаю, сам бы ее свел, предположим, просто так на отъебись, типа, и там за 3 копейки записал, и при этом бабла еще на этом заработал, ну, тогда хотя бы о чем-то речь. А тут, как бы, он, ну, еще раз, именно вот в чем прикол, он дохуя пиздит за, там, гитары, типа, что вот, там, Yamaha это говно, блядь, покупайте себе крафтеры за 30 тысяч, и при этом у него ни разу в жизни не был звук, даже на студийках. То есть он говорит, мне видео мне не важно. То есть в видео ему говорят, у тебя звук в говно, блядь. Он говорит, я видео не делаю, у меня в студийке самое главное. Ты слушаешь студийки и в студийках говно. Ну, здравствуйте. Вот в чем пиздец. Меня зовут гитарист разумный, и я насрал в штаны. Классика. Я, кстати, сосал Моисею Великанову хуй, ел его говно и ебал свинью. Подписывайтесь на мой убойный анал и башьте мне по колокольчику. Там еще было «пописайте на мой убогий анал». Так вот, значит, нахуй... Прикол в том, что и в студийках тоже говно. Причем еще раз, ладно бы именно в полноценных... То есть в большом треке, где дохуя всего, и гитара как-то, ну, типа, не так легко ее уложить в микс. Одна гитара и один голос, и это типа студийка. И, блядь, даже там эта гитара звучит как кал, просто, блядь. Вот в чем пиздец. То есть, ладно, еще раз, опять же, если бы он просто записал хуйню и проебал на нее дохуя бабла и звучал бы как кал. Да полно кто звучит как кал. У меня нет к ним претензий. Как кал, он сейчас еще доебется, что, блядь, как капкан, как кал, блядь, ёпта, нахуй, слова так нельзя подбирать. Ты-то, блядь, ёпта, вот еще раз, блядь, в чем пиздец? Не в том, что Сапрыкин говнарь, ну говнарь и говнарь, говнарей полно, а в том, что он говнарь, который, блядь, доебывается до других за ту хуйню, в которой он сам сосет хуй просто по полной программе. Пиздит за глагольные рифмы, которые сам, блядь, кроме них никакие не умеет делать. Пиздит за дебильные тексты, у самого просто вот, блядь, такие тупорылые вообще и тексты, и темы, и вся хуйня. Которые единственное, блядь, чем отличаются от таких же дебильных текстов, это тем, что он благодаря своей, наверное, памяти хорошей, запомнил какие-то, блядь, ни в пизду, ни в Красную Армию слова, вставляет их, опять же, Сокол это разобрал, я охуел, типа, ну, то есть реально по фактам, просто по словарю показал, что Сапрыкин обосрался, типа, что разрушился, блядь, барбакан, нахуй, какой, вот, то есть, во-первых, уебищное слово, ты поешь песню о какой-то там разрушенной любви и, блядь, вставляешь слово барбакан, типа... И плюс барбакан — это ебаная пристройка, это, блядь, не крепость, то есть он это хотел упомянуть в значении «крепость наша рухнула», но типа, блядь, витиевато красиво, а по сути, блядь, пристройка к нашей любви, какой-то сарай, блядь, ебаный, типа пожух у нас там, откуда там говно какое-то происходит. То есть просто реально обосрался люто по тексту, дальше делает дерьмовейший звук абсолютно. И на студийках, и на видосах пиздит за гитары. Пиздит за мой дерьмовый звук, блять, будучи просто, нахуй, абсолютно глухим наглухо персонажем. Чё ты пиздит про Фреда и так далее? Ты что, реально настолько тупой, что не понимаешь, чем мои студийки лучше твоих? Ну вот да, разве что так можно оправдаться. Каким-то образом. Так, ну хорошо, слушаем. Хэви-метал твой для вечной жизни срак. Видите, как смешно оказывается. Какой же я пидор, малолетний фрик. Вот, оказывается, если наложить просто какие-то, блядь, дерьмовые локальные мемы на любой мотив, то становится очень смешно. То есть, смотрите, типа... Допустим, вот, и смотрите, если я сейчас вот включу, допустим, как она, «Господин Никто», и начну поверх этого, вот так вот, сделаю дебильную улыбку, вот такую, да, как бы, да? Сказать, находится какая-то хуйня, какой-то сапер, сердце, митман, западный фронт. Есть у меня идея вообще сделать на твоем эштоне одну общую ручку громкости. Кто? Сапрыкин. А вместо второй поставить отсечку, чтобы звук не такой глухой был. Ну, может, может. Да, спасибо за донат. Так, ну, допустим. То есть, смотрите, вот если сейчас прям поверх вот этой хуйни начать петь, типа там,
Ну, накидывайте, какие есть мемы там про Сапрыкина такие вот, допустим. Ну, то же самое, хэви-метал для вечной жизни срак, траншейный питон и так далее. Типа, то будет смешно, как бы очень. Спроси себя, кто ты такой. Сейчас. Хэви-метал для вечной жизни срак. Питон траншейный. Мамочка, мамочка, блядь, я старый долбоёб, я брянский говнарь. И стало ебать, как смешно. Нихуя не смешно, блядь. Понимаешь, сука, ёбаный в рот, Сапрыкин, нихуя это не смешно. Питон, еблон, вот сильная рифма. Блядь, ну это пиздец. Это нихуя не смешно. Вообще, блядь. Не потому что это про меня, блядь, про Фреда, про... а потому что это нихуя не смешно, сука. А если смешно, то ты дегенерат. Эти три хита порвут Ютуб, как дилдак. Шторвят мне жопу. Сидит, лыбится. То есть, понимаете, ну, блядь. Смешно может быть максимум то, как он прям, ну, смеется над... Он улыбается, у него полное ощущение, что он, блядь, гений, что он смешное что-то сделал, что он что-то придумал крутое, блядь. Абсолютно. Я, кстати, сказал же в начале этого видео, абсолютно предсказуемый персонаж. Сейчас он возьмет мою новую песню, наложит на нее дебильный текст с дебильной улыбкой. Ебать я Ванга, да, блядь, нахуй, Сапрыкин? Оно ведь так и работает, типа, говоришь очевидную хуйню, оказываешься прав и, блядь, строишь из себя умного. Жопу, как дроба... Чё там? Шторвёт мне жопу, как дробовик. И в моем клипе сюжета нет, и в тексте малолетний бред. То есть, ну вот говорю, для меня вот как бы срет штаны и ржет. Ну я не могу вот избавиться от этого ощущения, что человек как бы просто пришел при мне, обосрался как бы. И я такой, блядь, ну не знаю, блядь, спасибо, что опять обосрался, я опять сделал на тебя реакт, я опять соберу просмотры, опять соберу донаты. Еще 2, 3, 5, 10 человек поймут, что ты просто конч, блядь. Абсолютно жалкий, нелепый и опущенный. Отпишутся нахуй от тебя, придут ко мне, будут моими теперь донатерами. Все, еще 3 твоих хейтера какие-нибудь придут, такие, бля, нихуя Моисей его ебет опять, блядь, просто по-черному. Мои постоянные зрители скажут, ебать, Моисей красава, просто выебал, блядь, нелепого нахуй быдлана там или говнаря. Скажут, красава, держи донат. Ну, спасибо, блядь, ну, хорошо, продолжай. Типа, ну, я не знаю, просто мне уже говорить нечего. Ну, все одно и то же, всегда то же самое. Всегда просто пытался насрать на Моисея, забыл снять штаны, насрал свои. Поеду по городам. Пернатый таракан. Вот, то есть вот эта штука, типа, ты-ты-ты-ты-ты. То есть вот это вот после паузы сделать именно текст. Нихуя не смешно. Вот Фред, гитарист, насрал в штаны. Это смешно. Ну, это да, кстати. Блять, это смешно именно в силу контекста и прочей хуйни, на самом деле. То есть важно, да, как правильно подметили профессиональные юмористы, попрошу на секундочку, что в шутке... Львиную долю делает рассказчик. То есть порой шутка может быть не смешная, но контекст и, типа, кто рассказывает, это, от этого может быть смешно. То есть если вспомнить, допустим, того же там был YouTube-канал, типа анекдоты от какого-то деда там, короче, от Алексеича. То есть смешно именно, что рассказывает он, смешно, как он рассказывает и как он потом сам над этим смеется. То есть, ну и в его случае это вызывает... Скорее, именно положительные эмоции. Вот, с Сапрыкиным, конечно, ну, кроме как такой брянский стыд, типа... Брянский цирк.
Ебаные питоны. Кроме как вот этого, типа, ничего это вызвать не может. И плюс вот это вот, типа, туру-туру-ту. Та-ра-ра-та. То есть вот это прям самое голимое, самое, блядь, из двухтысячных, из нашествия, самая обоссанная хуйня. То есть, как бы, если моя вот эта приколюха в припеве в конце, то есть, так, блядь, ну там понятно, что похоже. Ну, типа, еще раз, ты либо понимаешь просто абсолютно, в чем разница вот этой вот штуки. Вот этой вот, стой. То есть, или вот здесь даже, где пауза была. Перед соло. Ты как бы либо, ну, типа, либо понимаешь, что вот это пиздата, потому что просто, блядь, потому что, не потому что это Моисей сделал, а потому что вот эти концовки припевов пиздата делаются именно вот так. Если просто ты слушал хорошую музыку какую-то качественную, ну, можно и русскую качественную, и западную, конечно, тоже. То есть нужно как бы много всякого послушать, чтобы понять, что вот типа, блядь, вот, ну, даже в этой мелочи он сделал убогое, пошлое говно, блядь, я сделал, типа, прикольную, классную, охуенную, вкусную, пиздатую штуку. Естественно, с гармониями, блядь, с квартами, с пиздяртами и с прочей годнотой. Ребятки, будет обязательно реакция на Юрия Петровича, но давайте сперва закончим с нашими баранами. Для начала. Так, не туда нажал, прошу прощения, мискликнул. Блять, хуй в жопе у него. А сокол и пернатый, и у Фреда я сосу. Семь зрителей на мертвых стримах. Сейчас еще придумаю. Типа. Папочка уделал. Ну, чё ты, блядь. Вот этим меня сейчас увидишь, рассмешишь. Девочка Лидия сказала родителям. Да, кстати, да. Собачку или кошечку скорее купите мне. Родители сказали, тебе 32. Ты можешь завести. Это да, да, есть. Сама. И вот у Лидии хламидии, что скажут родители, которые не знают об этом событии. А чё там, как по очереди? Ой, да ничего, вроде нету ее особо. То есть я досмотрел очередь сперва, потом пришел к питону. Как всегда. То есть мы сперва доим из него максимум бабла, так сказать. Ну, вернее, за его счет собираем много зрителей, с них собираем донаты, смотрим их донаты. Потом уже смотрим его, собираем новую очередь и... То есть сейчас, по-моему... Ну, я вроде все отсмотрел. Если я ничего не забыл, не пропустил, не заметил. На Киви и на Яндексе. Так что вы, господа, мне, пожалуйста, дайте знать, если вдруг... Да, ну, по-моему, ничего нет. Да, все посмотрел. Вот, так что можно сейчас по обычной очередной цене стать первым. Так. Бактерии в Лидии живут со средой. Ну, блядь, ну как мимо нот, как все... То есть я даже понимаю, что как бы, типа, тут не было там цели стараться, была цель просто показать, что да, типа, похоже, гармония. Вот, и вполне возможно, кстати, что именно, ну, типа, мелодически, да, эта песня стала вдохновением, частично тоже, вполне может быть. Но мне сказали пока самое похожее, реально, вот я охуел, то есть чувак, конечно, блядь, который это написал, он тот еще попущ, типа, и нихуя не выкупает. Но да, надо признать, есть сходство, типа, let's twist again, like we did last summer, let's twist again, like we did last year. Нет более благоприятной среды. Сидит он прям... Я говорю, вот я вижу его вот довольное лицо, я каждый раз просто, ну вот, испытываю стыд вообще, блядь. Я с ним как бы одного, ну, вида. То есть...
Блять, пиздец. Мне за все человечество стыдно сейчас, если честно. Как говорится, не учи батьку ебаться. Мамочка, ну ты что? Мамочку-то как раз и надо учить ебаться, потому что что-то мамочка не очень. А про Хавана нет, не Давайте в курсе. Давайте лучше обсуждать более важные вещи. Как думаете, ну, скинь мне хайлайт, я там с тайм-кодом или с чем-то. Так. Был ли сегодня? Блин, ну хороший вопрос. В принципе, еще не вечер, на самом-то деле. Вот, значит, короче, насчет Хавана мне, пожалуйста, хайлайт как-то. Ну, и как это называется? С тайм-кодом стрим, типа, если кинь. То можно даже и без доната. Мне, конечно, интересно. Вот. Ну, я не знаю, что тут сказать, типа, как говорится... Я умен не по годам, ты старая корга. Если я Кощей, ты баба-яга. Типа, я крутой Моисей, ты ебаный тюфяк. Если я таракан, ты вонючий слизняк. До свидания, пошел нахуй, как обычно, господин Питон. Тебя официально выебан в очередной раз Моисеем. Всем спасибо за просмотр, за донаты, за присутствие. Продолжаем наш замечательный стрим, нашу веселую программу.